Так, стоп, хорош. Все! Ты не мог попасть в такую дырку? Извините. Наши драки, зрители, тут небольшая семейная ссора. Всем привет! С вами Саша Гендаль и Гоша Грибс. Проект «Первая варка» пивоварни Beer Brew. Очередной выпуск ЧБ. На этот раз ЧБ у нас объемный, потому что мы тестим вдвоем и сразу три напитка. Концептуально, я сказал бы, Гоша. И я бы сказал, даже не просто напитка, а стауты. Не просто стауты, а имперские русские стауты. Ну, не все они, конечно, русские, которые, некоторые из них американские, но это не важно. С какого начнем? Давай посмотрим, что пишут. Давай по возрастающей по алкоголю. 10.5. Видишь, не подготовился. 10. Креатив. Начнем с Evil Twin. Так. Разливай. С одного бокальчика, наверное, и понемножку, да? Иначе нас просто снесет. Здравствуй, леди Винтер. Здравствуй, вот то, что мы так, пробуем на этого. Это мое. Я так вот делаю, нехорошо. Мне по запаху напомнило вот такое вот пиво. Ой, какое густое. А что с плотностью на нем? Ну, посмотри, бутылочку отдал. Нет. А, вот. Что плотность? Плотность у нас изначально... И нашему оператору уходит бокал. 26,7. Так, чего мы ожидаем от этого пива? Давай начнем. Бери. Вкусноты, алкоготы. Ну вот, кстати говоря... Густоты. Значит, густоты, да, мне кажется, поплотнее, чем... Конечно, поплотнее, 26. А, вот что... Запах вот этот вот, который я называю запахом крови. Вот он мне здесь как раз видится. Спирт, бочка. Жонка, кофеёк, все как надо. Да, примерно так. Пробуем. Ну все, мне кажется, Денис-то. Ну ты чего хочешь, как смола, подожди. Чтобы было? И горечь потом в конце накатывает. Но, кстати, горечь тут чисто... Приятная. Да, очень хорошая. Горечь хорошая. Очень хороший баланс. Да. Нет, ничего не выпячивается, прям вообще, я бы вот такое сварил. В баре такое прям. Я бы сварил такое, ну, прям да, достойное, да. Мы потом, наверное, какие-то места дадим, да, так как? Дадим. Возьмем и прям. Пока. Знаешь, на данный момент из трех стаутов это мой фаворит. Да. Продолжим представителям. Тем, кто не пил до сего момента. Отечественной сцены. И, в принципе, тем, кто не пил имперский стаут, мы хотим сказать, что это очень опасное пиво. Оно сильно и быстро накатывает, потому что крепкое. Много его пить не рекомендуем. Но я его обычно в лечебных целях. Сейчас это исключение, дегустация. У нас его дегустационные порции. И пены нет. Там тоже не было. Было. В том было. Да, тебе не нужна тут пена никакая. Так, что про запах? Запах мне меньше нравится, честно говоря. Есть какая-то в нем слегка неприятная. Хотя нет уже. Ну, может быть, база. Может, у него база. Это же этот, Стамбир. Там же Блэкберг делают. Запах грубее. Да. По-моему. Но в общем, в той же конве, по-моему, в целом. То есть прицел как бы на те же ароматические свойства. Ну, тоже кофе, та же жёночка. Ну, тут, по-моему, все-таки больше уже как раз пахнет... Дрожжами не пахнет. Нет, блэкбёрдом, а там овсянка. Может быть, да, может. Что овсянка, у нас овсянка и спирт. С плотностью этого пива? 10 или 10.5. Держи меня, чтоб я не... не плотность, это алкоголь. Держи меня, чтоб я не перевернул бутылку.
Нет, переверни бутылку. В общем, у Стамбира есть вот свои шкалы интересные. Плотность максимальная, 5 из 5, а именно 24. Ну, не такое плотное, так начало. Крепость десятка. Это 10 алкоголя, правильно? Mm-hmm. Горечь 60, цветность 200. Я вот тут горечь не нашел, не знаю, что. Они вообще не пишут. Они правильно делают, мы тоже не будем писать скоро. Пьешь уже? С утра? Ну, я бы не сказал, что пиво попроще. Вкус резче. Оно просто другое. Акцент в другом, сделан в другом. Здесь баланс просто... Отличный офигенный. Баланс, да, хороший. То есть тут и кофе, и бочка, и немного что-то там, портвейн, виски, и потом в конце, в послевкусии, карамелька такая очень конфетная, такая очень вкусная сладость. А здесь... Смотри, Оль, передернула. Здесь более грубо, но и акцент сделан на другое, может быть. Более алкоголь выпирает. Тут же еще, видишь, что написано? Еще написано же... Что это? Шерри Олороса, я не знаю, что это значит. Может какой-нибудь эдишн, может какая-нибудь бочка тоже. Сейчас же модно в бочках. Ну, надо почитать, да. Мне кажется, это не то. Вот ты попробуй не пить долго. Такое отвратительное послевкусие. Я фанат, на самом деле, я фанат Юрлса. Мне очень нравится. Один из любимых моих был имперских стаутов до сегодняшнего дня. Но вот с этой варкой, не знаю, то ли беда какая-то, то ли это у меня что-то. Потому что какая-то беда. Пить надо меньше. Может быть. А то, ишь ты, стал придирчивым. Ну, попробуй не запивать просто. Вот посиди вот так вот и скажи мне, что у тебя. Забрал у меня бокал. Накатывает отвратительно просто, по-моему, послевкусие. Да, такое вот здесь вот стоит вот так вот. И вот что у тебя с послевкусием сейчас? У меня все хорошо. Может, у меня остаток после этого остался, но тоже такая карамелька. Она, может, не такая яркая, но... Так, пей теперь. Глоток один. Отдай бокал. Проглатывай. И сидим. Прошло 2 часа. Вот что за комментарии там вообще сейчас? Ну и что, сижу. Ну сейчас нормальное послевкусие у меня тоже. А до этого какая-то глажевый провод непонятная. Не нравится комментарий, пишите сами. И нехрен меня было поднимать. Вот этот комментарий не очень хороший. Мне не очень понравился. Кто здесь? Ну 4 с минусом. Кто здесь? Ну, кислит немного, скажем. Правда, предыдущая вообще без такого косяка было. Ну, здесь, да, дефект в том, что дает все-таки жонка в кислость. Нет, может, это не дефект, может быть, оно таким задумывалось. Да я не думаю, что я думаю, что рис должен быть таким сладко-горьким, черным, алкогольным. Ну, если ты, Саш, если ты используешь жонку, у тебя кислинка будет переть все равно. Ну, как бы здесь не было кислинки? Как-то не было. Ну, в последнем оставшемся глотке, конечно, очень много, вот сладости достаточно много присутствует. Нет, в общем, наверное, пиво неплохое, но мне вот сегодня оно не зашло просто. Да, не зашло, не зашло. И напоследок. Последний, но не в последнюю очередь, Founders. А почему бокал этот? А потому что мне кто-то не помог. А потому что нехрен было выюживаться. Густота. Густой? Ой, смотри, какая. Смотри, ну, ты на пену посмотри. Ты на пену посмотри, а потом еще вперед. Кофе. А что я нюхаю? Это вырежи, когда я пустой бокал нюхаю. Пена. Кофейная. Цвета какао. Красивая. Пахнет. Так же, как первый пах. Без каких-либо нареканий. Ой, вкусно. Бочечкой тоже пахнет. Не знаю. А это еще каким-то... Что? Я бочку не умею разнюхивать. Вот это, кстати, пахнет немножко какао. Попробуй, чем пахнет. Давай, нюхач.
Нюхач. Такой вот свежий такой аромат. Я не могу ничего сказать по этому поводу, у меня уже, видимо... Вот из всех трех вот этот самый такой. Запах не такой. И вот это вот как раз и есть имперский стаут. В твоем понимании. Именно, да. На языке алкоголь, вяжущий такой немного. Опять же, он поострее. С кофе. Поострее первого, мне кажется. И более сильно охмелен. У нас с тобой мнения, скорее всего, разойдутся. Тебе он больше всего понравился, я так понимаю, да? Ну, кстати, не факт пока. Но спиртуозность в нем явно выступает на первый план. Да, да, да. Вот это, по-моему, минус. Да. Если бы вот в этом пиве они смогли спрятать алкоголь так же, как было в первом, то есть в первом оно почти не ощущалось, то было бы, мне кажется, просто идеально. Нет. Но вот мои предпочтения к тому, наверное, пиву все-таки склоняются. Ну, запах, запах сам приятный. Да, здесь запах достаточно. Да, здесь насыщенный, да, такой запах. Но в общем и целом, в общем и целом, все три они имеют общий базис. То есть, когда пьешь, понятно, что пьешь имперский стаут. То есть, как бы тут без вариантов. Тут вот так вот. Первое, второе, третье. А, ну то есть ты тоже так бы, да? Да? Угу. Ну давайте тогда, действительно. Это наш фаворит. А почему ты его на первое место? Все-таки из-за того, что спирт спрятали хорошо, да? Баланс просто идеальный, как по мне. Здесь запах гораздо лучше, чем... Да. Ну, гораздо слово не то, он просто несколько лучше, чем здесь. Но вкусовой профиль несколько грубее. Ну, они вот, в общем, очень достойны. А здесь, не знаю, то ли варку просадили ребята, то ли еще что-то, потому что вот до сего дня это был мой фаворит просто... Да, может, просто эти не пил еще. Да, эти я не пил до этого дня, но из того, что пробовал, вот он мне больше всего нравился. Наш вердикт. Вот. Вот наш вердикт. Найдете Evil Twin Brewery такой, Трис, пейте. Он свой денег стоит, я думаю, даже больше. Ну, нет. А, кстати, давай по деньгам. Как они стоят? Ну давай по деньгам, я уже не помню, сколько они стоят. Ну, ориентировочно. Ну, вот это, по-моему, рублей 180. Вот эти вот, да, купить, вот этот вот, наверное, в районе 550 первый. 550 за бутылку. Да, это где-то в районе 470. И этот где-то в районе 300 250, по-моему, в районе 300 рублей на пивоварне. Ну, а в другом месте не знаю сколько. Также я думаю, что... Ну, не больше 380 рублей, я думаю, где-то он будет стоить. Угу. Ну, это, правда, было, по-моему, до Нового года. Юрлс брал в разлив, ну, примерно, наверное, тоже до 300. А с вами были Саша Гендер, Гоша Грибс, проект «Первая варка пивоварни Beer Brew», обзор стаутов ЧБ. Пейте вкусные в меру, подписывайтесь на наш канал в YouTube, вступайте в группу ВКонтакте, любуйтесь нашим инстаграмом. Надо пальцы вот тут сделать. Вот так, с ним пальцы. Вот. А мы пошли варить пиво. Все, всем пока. Всем пока.